Всем привет! Наконец-то настал тот момент, когда мы сможем выполнить свое обещание и рассказать вам о второй части игры, прочно занимающей почетное место в десятке лучших игр для Sega Saturn. А именно речь сегодня пойдет об игре Panzer Dragoon, часть вторая. Не сомневаюсь, что все вы помните содержание первой части, которой представитель племени охотников, населяющих нашу землю в далеком будущем, стал свидетелем жестокой схватки, в результате которой нежданно-негаданно стал обладателем и наездником боевого голубого дракона и узнал о грозящей планете опасности со стороны алчных империалов, в руки которых попали смертоносные технологии предков. Первая часть закончилась хэппи-эндом. Но, как это уже повелось, зло живуче, и малейшая его уцелевшая часть как-то удивительно быстро не просто восстанавливает свои силы, но и многократно приумножает свою мощь. Видимо, кровопускание оказывает на зло сугубо терапевтический лечебный эффект. А силы добра, одержав победу, напротив, пускаются во все тяжкие и в отсутствие внешнего врага потихоньку, а то и с особым усердием, занимаются самоуничтожением. Эта участь постигла и племя охотников. Они сами довольно быстро освоили технологии, отравляющие окружающую среду, и, что самое удивительное, занялись уничтожением драконов, то есть тех, кому, можно сказать, были обязаны жизнью. Единственным человеком, кого не тронула коррозия мирной жизни и кто сохранил лучшие свои качества, был наш знаменитый наездник голубого дракона. Своего крылатого друга ему, по-видимому, уберечь не удалось, но зато он с риском для собственной жизни спас и вырастил детеныша дракона. Тем временем остатки империалов, пользуясь тем, что лучшая часть человечества увлечена самоедством, создали новый, еще более могущественный боевой флот и в одночасье уничтожили столицу доблестных охотников. Наш герой, благодаря тому, что в это время тайно выгуливал своего дракончика, конечно же уцелел и получил еще один шанс еще раз спасти мир от новой чумы, чем тут же успешно и занялся. Завершая свой немудрёный рассказ об увлекательнейшей, на мой взгляд, игре, хочу лишь отметить, что, слава богу, качество графики, свобода выбора и удобство управления шагнули далеко вперед от и без того совершенной первой части «Панцир Дракона». Sega Saturn не устает удивлять своими возможностями своих поклонников. А мы вместе с тем рады впутчивать вас все новыми и новыми чудесами 32-битных сказок. На этом.